Що ж, дорогі друзі, ми повертаємося до нашої студії і хотілося представити гостей, які завітали до нас. Це Бачинська Інна та Черненко. Інна, вітаємо вас, дякуємо, що сьогодні ви з нами. А тема у нас достатньо цікава, вже встигли під час сюжету трохи поспілкуватися, адже ви власниці миколаївського рекордсмена, та навіть всеукраїнського рекордсмена. Звати його Тулуб, правильно? І зараз ми бачимо і сам рекорд уже, і, звичайно ж, бачимо самих рекордсменів, яких хочеться запитати, як взагалі з'явився в вашій сім'ї Тулуб? Починай ти? Да. Я думаю, так, до вас, до Діда Мороза. Конечно, смешно звучит, но до 13 лет она верила в Деда Мороза. Притом свято верила и всегда писала... Мы даже все верим, иначе ведущие маленькие зараз верят. Свято верила, что это вот Дед Мороз. И хотела, вот написала, я распечатала письмо, в общем-то, нашла я этого баранчика, ему было 2 дня, и привезла, там, в общем, она его утром нашла. И вот так получился, что вроде бы подарок от Деда Мороза, что, конечно, потом это было понятно, что с годами. Ну и вот так вот они вот росли вместе, он и спал с ней, и вот такой вот питомец, это стал лучший друг, и он все понимает, и, казалось бы, говорят, что бараны, они там, как сказать, глупые угу. животные. Но у нас умные. Умные, да. Да. Ну, я вам хочу сказати, що іноді, знаєте, як то є старий анекдот, коли дитина запитує, що то за тварина, і кажуть, та баран, та ну не я, а ото хто такий, аналогічно і тут. Да. Ну, бачимо зараз, дійсно, це справжня дружба, не просто так, рекордсмен і прожив 13 років, не дивлячись на те, що ці тварини живуть, ну, максимум 8-10 років, так? Да. Це, мабуть, причина просто у вашому догляді і у вашій дружбі. Розкажіть, як взагалі, як дитина і зараз уже це все сприймається? Ну, воспринимается, в принципе, одинаково, так как я его очень хотела и просила у Дедушки Мороза. И вот так вот растила, и в какой-то момент, наверное, 3 года назад я поняла, что пора уже как-то его, что он уже перерос норму своего возраста, что уже нет таких старых баранов. Поэтому вот я попыталась как-то его разместить, подала заявку и... Получился рекорд. Получился рекорд, да. Нет, вы знаете, можно я все-таки... Она, конечно, лукавит, потому что она так скромничает. Угу. Потому что получилось так, что она его очень любит. И вот если уже заходит речь о том, что, не дай бог, с ним когда-то что-то случится, это все мокрые глаза, это... Вот. Ну, а как может и быть, вот, да, сколько лет дружбы? Да, да, сколько лет дружбы. И вот как-то у нее вот это вот... Чтобы его как-то увековечить. Угу. Чтобы вот он... Чтобы о нем знали все. Да, чтобы она... Вот чтобы его увековечить. Вот, чтобы вот он остался. Чтобы даже если его когда-то не станет, что все равно вот он был и на слуху, и на виду. Вот только это двигало, честно. Ну, да. Реально круто, потому что аналогов в Украине нет. Да. Я да. думаю, даже в мире нет. А мы теперь уже на книге метите рекорда. На мировой рекорд. Да, но это не мы, это нам предложили наши. Вот, я попрошу свою знакомую, вот Лану Ветрову, которая из рекордов Украины, потому что, заходя на сайт книги рекордов Гиннесса, там все на английском, и я никак не могу все это перевести, и ничего не выходит, поэтому... Но они сказали, что ну, будут очень подавать. Хочется, да. Ну, они так. в этом содействуют, поэтому я намерена... Сейчас вот на этот момент сколько лет уже другу, товарищу? 13 лет и 8 месяцев, вот почти 14 круто. Будет к Новому году. А рекорд установлен когда это было, сколько? 22 июля. Приезжали. Этого года, да? Да, да. Отлично. Ну, я хочу сказать, а что любит питомец? Как кормить, уход? Потому что вот когда мы говорили о том, чтобы приехать, например, даже в студию его как-то привезти и показать всем, что он уже в возрасте, как бы ему тяжеловато уже ездить. Это их слабое место самое у барашков, стресс. Они ничего не боятся, они не испытывают боль. Даже когда вот что-то вырезать, там как-то пилить, ну, если какая-то болезнь там с рогами. Но вот переезд, да, самое да, заводное. Стресс, да, стресс, да, для них очень опасен. Может да. просто остановиться сердце в какой-то момент, и все. Yes. Поэтому я его никогда все, не ругаю, тогда, ничего. Мы, поскольку за рекордсменов хотим, чтобы там лет 16, может, было для Гиннесса, все да, хорошо было. Да, так думаю. Рог у него, как я прочитал, 55 сантиметров, да? Да? Один 55, второй 57. Ну, я так ну практически уравняла, по да. метру уже. И да. они растут все время, правильно? Нет. Уже все, уже да? Уже все, да. Ну, реально тоже внушительные размеры. Ну, я хочу сказать, это мне прям как товарищ, знаете, по между кудрявости. Между прочим, но мы же не можем, у нас не стадо, а один, его надо как-то стричь. И, и, в общем-то, я нашла в интернете, как его подстричь. Я могу подбросить парикмахера. Да, там целая система, поэтому я уже 5 лет его сама стригу. Вот, так что... Если что, обращайтесь. Если да. что, да. Если вдруг наступит кризис маникюр парикмахеров. Маникюр ему делаем.
Да, то есть уход максимальный. Да, да. А по поводу питания, что он любит, как он кушает и так далее? Фруктовые листья, сено, трава, овес очень любит, фрукты, арбуз. В соцсети вы мне присылали, как вы там нарезаете ветки и так далее. Да, то есть это да, тоже, он да, уже съел весь город. Ну, сейчас же у него выпали уже зубы передние, да. Уже он не может щипать травку, и мы ему все мелим в блендере. Вот еще 2 года назад я его водила пастись, вот он гулял там, сам кушал, все, а сейчас только вот режу, я же косой умею косить профессионально, да. Вот так, чему не научишься, радиолюбимца. А у нас есть также небольшое видео, время от времени его показывать, я надеюсь, чтобы все посмотрели, как вот происходит этот выгул. Вот, есть, мы сейчас это видим. Вместе с телезрителем. Вот так. Да, видите, он уже хромает. Но там еще его... бодро держится. Да. Одна ножка. Это мы его подстригли, он выстрижен. Там был помоложе, был весь заросший, такая большая. Ну еще, видите, сам щиплет что-то там, пытается. Ну, самое главное желание, кушает. Да. Да, да, нет, он кушает. Ну, боковые зубы-то на месте. Да. Поэтому, ну мы не знаем, а вдруг он еще проживет еще 5 лет. Без вдруг проблем. Это, мы же не знаем, как можно знать, сколько живет, допустим, ну, да. баран, если, ну... Если уже перешел он грань. Да, 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 еще лет как 8. Ну, это очень круто, я хочу сказать. Ну, о планах я понял, будет мировой рекорд. Я думаю, что если только как установите, мы сразу сообщим телезрителям, потому что это реально уникальная вещь. А по поводу вот каких-то, может, планов семейных, чтобы продолжить семью, может, у него там подруга какая-то есть, нет? Нет. Дело в том, что наш барашек... Понятно, все. Он уже у него времени не было. Может, в этом и секрет? Может, вы знаете, может. Дело в том, что с козами они не могут, а овечки не было. Поэтому его козы не интересуют. И вот так, он еще парень какой, любитель повыбирать. Ну вот. Вот такие вот интересные факты. Вот сейчас мы видим его крупно. А по поводу имени, как определились и почему такое имя? Вы знаете, имя дала моя мама. Это я назвала. Да, спонтанно так. Смешно, когда ему было 2 года, я посмотрела, а на нем такой маленький каракуль, такого абрикосового цвета, вот такие копытца, рожки такие маленькие. Я говорю, боже, ну прямо как маленький тулуп такой вот. И вот тулуп так к нему привязалась. Так и остался. Да. Ну что ж, я хочу сказать вам огромное спасибо за такого рекордсмена, потому что, скажем так, в копилке рекордов Николаевщины появился еще один рекорд, да. Достаточно неординарный, интересный, который вызывает улыбку и вообще позитив. Вам здоровья, потому что вы, насколько я знаю, не только тулупа опекаете, но и собак, котов, которых подбираете на улице, да. У вас дома да. целый частный питомник. Да. Это не питомник, не питомник, это дом инвалидов. Дом инвалидов, да. Да. Да, и дом престарелых. Мы подбираем, которые вот больные, которые потом их лечим, естественно, все это... Ну, операции, да. переломанные, все вот из-под машин. Вот такие активисты у нас в студии. Реально спасибо вам и за это, потому что это большой труд, большая работа. Здоровья крепкого, потому что за всеми посмотреть иногда и на себя не хватит времени, да? Да, но мы стараемся. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию.